В этот день я проснулась рано, мне предстояла важная встреча, и я не знала, что от нее ожидать. Я, как обычно, чистила зубы, и у меня был легкий мандраж, потому что я совершенно не представляла, что меня ждет. Я долго думала, что мне одеть. Может быть, одеть что-нибудь офисное, деловое. Ну, например, эту белую рубашку. Ну, она вроде такая деловая. Или это кружевное платье. Да, трудно выбрать. Пофиг, одену, что удобно. Так-то лучше. Так, заказ. Баннер. О, интро. Алло, да, заказ нужно сделать. Опа. Алло, ну что, в отпуск? Ну ладно, я тебе замену найду. Здравствуйте. Ты кто? Из группы? Да, я Аня. Делаешь баннеры? Ты редактор? Нет, я не редактор. Я не делаю баннеры. Я их заказываю. НКФ? Да-да! Ну, в общем, у нас проходит битва блогеров, и мы хотим, чтобы ты поучаствовала. Все. А зачем? Ну как же, ты же блогер, сама должна понимать. Привлечешь новую аудиторию, снимешь новые ролики. Ну, я подумаю... Может быть, вы дадите мне свой номер телефона, а я вам позвоню? Почему бы не поучаствовать? Алло. Да, я решила, что я буду участвовать. Угу. Видеовизитка? Кажется, у меня есть идея. Всем привет! Вы на канале NCAP. И я приветствую всех моих подписчиков, а также мою новую аудиторию. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм и на мой канал. Итак, в этом видео я отвечу на два вопроса, также расскажу о себе. Я отвечу на вопрос, что я буду снимать на этом канале и почему я решила снимать видео. Итак, поехали! You and I and nobody else. Feeling the feelings I never felt. На самом деле, я думаю, что все мои ролики будут совершенно разными. И поскольку мой канал не поддерживается какой-то определенной тематики, там нет какого-то у меня определенного направления, я просто буду снимать все то, что нравится мне и, конечно же, нравится вам. Я определенно буду снимать скетчи, точно буду снимать какие-то челленджи, теги, буду снимать иногда влоги. Будут также разговорные видео, которые посвящены чему-либо конкретно, а также я
буду обязательно запускать свои собственные рубрики. У меня уже очень много идей в голове. И я хочу запустить первую рубрику, когда будет такая более-менее аудитория. Так что первая рубрика появится, собственная моя, когда на моем канале будет около 50 подписчиков. Я знаю, что мы сможем. Ну и если до конца лета 50 подписчиков не будет, то с 1 сентября, ну вообще с начала учебного года, я буду пытаться запустить эту рубрику. Итак, следующее, что я сделаю в этом видео, это расскажу о себе. На самом деле, в моем самом первом видео 50 фактов обо мне, даст довольно много информации обо мне, так что обязательно переходи по ссылочке в описании на первое видео, там ты узнаешь больше обо мне. Ну, я все же немножко расскажу о себе поподробнее. Так, начальная информация. В общем, на данный момент мне 12 лет. Я живу за городом, обожаю творчество, очень активное, хожу много кружков, хочу быть успешной, поэтому я обеспечиваю свое будущее, учусь хорошо, чтобы поступить в престижный вуз, обожаю английский язык. А теперь, я думаю, немножко стоит рассказать о моем детстве. Итак, впрочем, так как и сейчас, в детстве я была очень творческим человеком. Где-то примерно, когда мне было 8 или 9 лет, а нет, скорее всего, даже 10, я стала активно рисовать и фотографировать. Все это случилось из-за того, что еще в конце детского садика я полюбила куклу Monster High. Вот. И, конечно, эта любовь продолжалась еще несколько лет. Я это коллекционировала, этим занималась, сейчас у меня до сих пор сохранились, их фотографирую. Вот. И тогда я нашла классные группы про Ever After High и Monster High. И там были разные фото и фотоинтерактивы, и рисовальные интерактивы. Я в этом активно участвовала, но, к сожалению, в рисовальном интерактиве, который стоял из 5 этапов, дальше второго никогда не проходила. И то я проходила второй этап, если ко мне были слишком снисходительные, или во второй этап проходили все. Был тогда очень-очень низкий уровень рисования. Сейчас он чуть-чуть повысился. Вот. И, к сожалению, сейчас, на момент, когда я уже немножко повысила свой фото, уровень фотографий, так скажем, и уровень рисования, к сожалению, в этих группах были заброшены админами. Теперь подписчики всеми силами пытаются возродить и рисовальный интерактив, и фотоинтерактив. Фотоинтерактив происходило все чуточку лучше, до третьего этапа, но все равно не хватало опыта. Вот, так что я была творческой, цеплялась за любую возможность. Вообще, в основном занималась этими интерактивами летом, все было классно, очень старалась, создала каждый интерактив. Итак, вернемся немножко к любви к куклам. Именно благодаря этому я стала снимать. Теперь я отвечу на вопрос, почему же я стала снимать видео. Первая идея о канале появилась, когда я увидела такой канал Вилана Тойс, ой, Вилана Вульф, или сейчас он так называется. Эта девочка рассказывала про кукол, распаковывала. Активная деятельность у нее на канале была, когда она примерно была в моем возрасте. Вот, и мне тогда очень нравились эти ролики, я смотрела тогда старые. Вот, и я подумала, что я тоже хочу иметь свой канал. Началось все с одноклассников, о да. Это моя первая соцсеть, где я выкладывала видео, да. Потом узнала о Ютубе, благодаря уже Марине МГМ. Вот, тоже очень классный, замечательный человек. И там я узнала, как создать свой канал. И тогда я создала свой первый канал, Анитка Матвяшка, да. Первый опыт, так сказать, первый блинком. Все, конечно же, как у других блогеров, ну, в основном. Все шло не очень-то хорошо, но мне типа нравились ролики. Сейчас я понимаю, что это все было ужасно. Монтаж ноль. Идеи были. Я просто... Не было как бы опыта и ничего такого, поэтому это мой второй канал. Конечно, дело обстоит уже гораздо лучше. Все равно не идеально, но главное, что мне наконец-то начали нравиться мои ролики. А это, я считаю, залог успеха в видеоблогинге. Я считаю, что нужно снимать только те ролики, которые нравятся конкретно тебе и твоей аудитории. Главное, чтобы ролики нравились тебе.
На этом моя видеовизитка заканчивается. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Какой странный был у меня сон. О, битва блогеров? Стоит поучаствовать. Включай видео, я еще не закончила. Итак, ребята, как вы видите, это новый ролик. Я думаю, они будут выходить теперь чаще, потому что я участвую в офигенской битве блогеров. Итак, что же это такое? Дело в том, что я сейчас активно сижу во всяких группах помощи видеоблогерам и нашла просто идеальную группу. Вот она. Ссылочка на нее будет в описании, где делали мне баннер, интро, мультиарт. Это все там на высшем уровне, там... Работают только те люди, которые умеют делать интро, баннеры, мультиарты, аутро на высшем уровне, обложки для видео. Если вам это нужно, обязательно загляните в эту группу, там все вам сделают. Все отнесутся к вам с позитивом. Очень классная группа, которая проводит как раз-таки эту битву блогеров, в которой я решила поучаствовать. И да, я считаю, что это классный проект, я никогда не участвовала в чем-то таком глобальном. Вот, и как вы видите, я решила к первому изданию видеовизитки отнестись с творческим подходом. Именно такие будут все мои видео с творческим подходом, да. Так что теперь я уже точно с вами прощаюсь. Всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм и на эту группу, заходите в нее обязательно и обязательно подписывайтесь на мой канал, повторю еще раз. Всем пока-пока!